Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Don't Starve, продолжаем пытаться как-то выжить, пережить вторую зиму. У нас вторая зима, да, мы там, блин, весьма круто. Первый раз я дожил до второй зимы. Так, нужно съесть сразу что-нибудь, да? И, наверное, я успею лечь спать. Так... Ага. Нужно больше ниток. Нужно больше ниток. Давайте я возьму факел. У меня здесь есть нитки. В сундуке где-то были. Фу, нитки. Почему я все нитками называю? Я даже не знаю, почему я нитками все называю. Ну, в общем, нам надо не нитки, а все, ложимся спать и восстановим себе немного рассудка, потому что это мне сейчас понадобится. Отлично. Так, факел убираем. Что мне нужно сделать? Это первым делом. Давайте я возьму таки камень с собой, грелочку. Нужно сделать копье. Сразу делаю. Нужно сделать факел. В принципе, я его сделаю там. Это не проблема. Возьмем камень с собой. Камень с собой. Так, шапка. Давайте я сделаю таки еще зимнюю шапку. Тоже положу ее туда. Так, 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 шапка зимняя, как она делается? Паутинки еще надо. Паутинки, паутинки. Вот здесь 17 паутин, ничего себе. Давайте я вот это вот тоже выложу где-нибудь, пока что не нужно. Так, делаю еще одну зимнюю шапку. Это все я хочу выложить в... И факел, правильно? Все, все, все там выложим, и костер я могу сделать. Мне нужно сейчас пойти активировать воскрешающую штуку, воскрешающий камень, который находится вот аж здесь. Вот рядом, блин, рядом с ним еще логово пауков. Кстати. Ну ладно, не столь принципиально. Прыгаем, короче, вот в эту, вот в этого червя. Нам больше ничего не остается, потому что это единственный пока что способ нам воскреснуть, если мы вдруг умрем. Потеряли мы еще немного рассудка, но я думаю, мы переживем это дело. Так, и мы аж... Ага, аж вот здесь вот. Угу. Я понял. Вот этот вот камень, это вход в подземелье. Но в подземелье мы сейчас не собираемся идти. А где же еще один? А, вот, вот этот вот червь, да? Выходит. Ну, больше других как бы нету. Че, пешком туда идти? Пешком, блин, долго. Придется топать-то. Да, ладно, пожертвую я немного рассудком. Но лучше я быстрее с помощью червей доберусь до тудова. И нужно было взять с собой еды немного. Оставлять ее там, конечно же, смысла нету никакого совершенно. Но все же сейчас надо нам чего-нибудь перекусить. Перекусить мясные шарики. И все, хватит, хватит, побежали. Где наш червь? Аж вот там, где были у меня когда-то ульи. Так, на дорожку и потопали. Пока дороги еще видно, камень, конечно, остыл уже, да. Это очень нехорошо, но мы еще погреемся, я думаю. Как раз вот там вот возле того камня воскрешающего. Так, правильно, правильно бежим. Хорошо. Ох, соседи мои, соседи. Каждый день ремонт. Каждый день ремонт. Так, отлично. Отличненько. Ну, червяк, я надеюсь, ты меня отправишь туда, куда нужно. Ну. Оу, нет, а как? А, я в этого червя просто-напросто не прыгал, видимо, да? Ну ладно, нам тут ничего не остается, кроме как идти пешком уже. Тут хоть есть дорожка. Оу, оу, вот это я бы поломал бы все. О, и это я бы поломал бы. Сколько здесь свиных голов? Хорошо, я буду знать. У нас места нету, чтобы что-то собирать.
Так, правильно, да, вот здесь вот камень. Этот камень, он у нас не активирован, его нужно... так. Хорошо, надо запомнить, что вот здесь вот есть разные интересные штуки. И тут глаза еще. Глаза, ходячие глаза. Блин, холодно, холодно. Сейчас нас начнет долбить холодом. Нужно каким-то чудным образом факел в руки взять, например. Так нам станет хоть чуть-чуть, но все же теплее. Так, мы уже на верном пути, очень-очень близко. Здесь есть ягодные кусты, которые я не буду сейчас трогать. Это будет единственным способом. Блин, я еще эту штуку не выложил. Можно было бы еще место освободить себе немного. Так, единственным способом выживания. И морковку тоже эту трогать не буду. Так, так, так. Идем и активируем. Блин, он и так активирован. Или он меня таки воскресит здесь? Ну ладно, неважно. Главное, что нам нужно, так это оставить здесь шапку. Развести здесь костер сейчас, да? Убить паука. Все как положено. Так. Нет, ну... нет. Нет, 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 нет. Это не то, что я хотел сейчас сделать. Не хочу воевать с пауками. Не хочу, не хочу. Говорю, не хочу. Тем более с таким количеством. Еще идут. А, блин, шапка сломалась. Ну, в принципе, мы выжили. Самое главное, так, копье надо здесь оставить. А, блин, я хотел еще бронежилет тут оставить. Да, я об этом уж совсем забыл. Шапка, копье и бронежилет нам нужен. Да. Так, чтобы сделать бронежилет, постою я пока погреюсь возле костра. Чем мы можем его разжечь? Ветками, опять же, да. Побольше. То есть эту ночь мы, чувствую, будем ночевать здесь. А если я нападу сейчас? О, отлично. И у меня есть способ как раз избавиться от этого кокона. Супер. Да, давай. Нет, это не то, что я хотел. Не то, что я хотел. Совершенно не то, что я хотел сейчас. Блин. Ладно, если ее не трогать, то она... не трогать. Прямо так и будет все. Но это будет больно. С ней воевать опасно. Так. Ладно, факел. Один мы здесь оставим. Тихо. И один я с собой возьму. Нет, возьму с собой, говорю. Отлично. Так. Вот так вот. И мяско, что мы можем выкинуть здесь, мы можем гланду заюзать. Умирай. Умер. Отлично. Все. Теперь просто бежим. Просто бежим. Я не знаю куда. А, ну, по дороге недалеко на самом деле. Хорошо. В принципе, живем в шапку. Давайте мы шапку оденем на самом-то деле. Как минимум, да, мы королеву пауков то отогнали немножечко, да? А уголь, уголек, уголек, уголек. Но это нам, да, стоило, конечно, и немного жизни, и потери рассудка. Факел 50% еще держится, хорошо. Нужно внимательно следить за ним. Так, давайте я вот съем пока из расхода вот эту штукенцию. Ну, мы набрали немного паутины. Не самое полезное, конечно, что сейчас нам пригодилось бы, но все же. Так, шишки нам не надо. Деревянный бронежилет туда надо было как-то сделать, все же. Ну, ладно. Хоть шапка, хоть от холода мы не умрем. Можно будет разжечь там как-то костер попробовать, да, это уже немного облегчит нам. Страшно было. Облегчит нам наши мучения и страдания после воскрешения. Хорошо, я уже дома. Нужно опять ложиться спать, потому что
Да, у нас рассудок упал очень-очень сильно. Хотя, нет, сейчас... Сейчас спать нам некогда. Совершенно некогда. Давайте мы поставим камень греться. Разожжем костерчик. Хорошо, все белое, противное такое. Ничего вообще не видно. Ничего не видно из-за того, что все черное, теперь из-за того, что все белое. Так, мне тут ничего не выросло. Нет, нигде ничего не выросло. К сожалению. Ну, хоть как-то мы тебе немножко, да, пути отступления обезопасили. Такс, такс, что у нас тут есть? Кстати, да, нужно пойти таки нарубить дерево. Сейчас, конечно же, по-любому, вот тут даю гарантию, что сейчас вылезет дух леса, по-любому. Но это же закон подлости. По-другому и быть не может. Так, давайте на самом деле еще сниму вот эту штуку, поставлю сушиться. Вот это дело. Вот все. Тут все прекрасно, все чудесно. Нужен новый бронежилет нам, кстати, будет, да? Возьму камушек с собой погреться. Да, 19 паутины уже. В принципе, можно и палатку сделать. Это палатка у нас 6. На 6 раз, на 6 использований вроде бы мне писали ребята. Не знаю, как правда это или нет, но вроде бы на 6 использований. Будем рубить маленькие эти деревья несчастные, которых не так много древесины получается, но в любом случае мы сейчас вырубим все, все абсолютно здесь и сделаем бронежилет. Тут на самом деле и пешком до туда не так уж далеко. Ага, и можно еще взять молоток и пойти поломать свиные головы на палках вот эти вот, да? Блин, опять королева. Ладно, будем надеяться, что она просто переберется в другое место. Почему мне так не повезло? Почему я не мог просто доломать этот кокон дурацкий? Почему нужно было обязательно вылезти этой дурацкой паучьей королеве? Так, хорошо. Еще и шапку мне сломала, блин. Погоди, давай сначала вот отсюда вам пособираем все с этой стороны. Окей, у нас уже второй стак дерева, ну это, в принципе, этого нам хватит, я думаю, пока что сделать, во-первых, бронежилетик, да, я не здесь вот каменный. Угу. Две веревки нам надо. Тьфу, каменный говорю, деревянный. Почему он каменный? Деревянный. И пособираем немного веревочек. Камень остыл, нужно опять его разогревать. Но разогревать нам тут почему-то негде. Все потухло. Ничего не растет. Все, в принципе, не так уж чудесно. В принципе, шишками можно запросто разжечь костер. И постоять погреться немного. Так. Камень надо выложить. Мне сейчас он не нужен абсолютно. А вот сюда. Хорошо, шишки. Шишки тоже пока не надо. Бронежилет я хотел делать, да. Делаем две веревки. Блин, заканчивается трава. А, у меня там... Нет, это тот стак, который у меня там был, я уже израсходовал, кстати, да. Тут ребята меня охраняют. Там королева лазит где-то. Нужно пойти вернуться сюда и поставить там, оставить бронежилет, что ли. И здесь бы посадить еще пару кустов. Но с другой стороны, что мы там один раз воскреснем и все. Добежим до дома, так добежим, не добежим, ну, что поделать. Значит, не добежим. Значит, такая судьба у нас. Так, хорошо. Давайте перекусим. Я уже проголодался.
И, наверное, я лягу спать. Просто лягу спать. Таким образом мы немножко быстрее переживем зиму, наверное. Я не знаю, как это работает, но... Так, хорошо. И опять же кушать. В принципе, все не так уже плохо. Давайте таки сделаем палатку. Чтобы не делать каждый раз вот эти вот штуки, да, спальники, мы сделаем один раз палатку. Нам нужно три веревки, как минимум, как раз ровно три веревки. Получается, да. Ну, мы, в общем, сэкономим немного травы таким образом. Давайте мы изучим палатку. Так, хорошо. И где-нибудь ее вот здесь вот поставим. Отлично. Спальная палатка. Окей. Собак уже прибегает довольно много. Если после зимы еще собаки прибегут, будет вообще печально. Кстати, может быть, есть смысл кроликов собирать и поубивать. И поставить ихнее мясо вялиться, да. Я думаю, в этом смысл есть. Запас мяса как бы нам никогда не помешает, лишним не будет. И за травой надо идти, потому что без травы мы далеко не уедем. Тут надо и костер будет разжечь, и факел как-нибудь сделать очень-очень быстро. А у нас, опа, и травы нету. Это плохо. Хотя бы парочку. А, еще одного кролика словили. Ну ладно, мне уже в любом случае некуда так. На факел собрали. Самое главное, уже мы сможем себя оживить в темноте где-нибудь. Оживить. В всяком случае, не оживить, а не дать себе умереть, да? Так, хорошо. Собираем вот это дело. Сразу выкладываем. Зайчиков убиваем и вешаем их тоже. Тоже собираем. Тут у нас сундук полный. Вот этот вот нижний, да, с зайцами. Ну, в принципе, хорошо. Выложим сюда. Давайте как раз я возьму. У меня есть ровно на два мясных шарика. Ягод. И как раз вот два куска мяса. Отлично. Фух, так. Все не так уже плохо. Ну, бронежилет есть, дерево лишнее есть немного, да, у нас запасы дерева у меня тут были. Я вот все никак не обращу на это внимания. Нет, нету, тут ничего нету, тут у меня только есть палки. Палки, ну, хорошо. Спайдерхед. Блин, что же это делает эта шапка? На меня в ней пауки не нападают, что ли? Даже не знаю. Так, нужно идти за травой и сделать, наверное, топор. Ну ладно, топор нам не нужен сейчас. Просто пойдем за травой. И к бифалу заглянем, наверное, да? Нам, правильно, нам наверх. Там травы, в принципе, много. Собираем удобрения. Уже снова потемнело. Кстати, возьму-ка я лучше лопату здесь возле бифала. Лучше я похожу с лопатой, чем с копьем, чтобы лишний раз не стукнуть никого. Я слышу опять какие-то странные звуки. Что это такое? А, это я так хожу? Ох, ничего себе. Это просто странный звук ходьбы по снегу. Ну ладно. Так, бифалок, значит, где-то еще вот здесь вот должны быть. Да. Нет, тут у нас только пауки. А где бифала? Или они там
Две стаи в одну вот это сбились. Ну ладно. В общем, в любом случае надо уже возвращаться потихоньку. Травы мы немного собрали, да? И нужно... А, вот, кстати, бифала. Хорошо. Нам хватит еще на одно удобрение. Так, бифала. Вы пауков тут не убиваете, нет? Случайно. А жалко. Все, возвращаемся домой. Просто бежим домой. Бежим, бежим, бежим. Ну, вот разве что еще вот это вот... кусочек этого удобрения заберем. Так, все, теперь по тропинке. Ну, почти попадаю в тропинку. Бежим домой, в общем. Так. Шишки. Бронежилет. Я, наверное, это тоже выложу. Бронежилет. Черт с ним. Небольшая потеря. И теперь разжигаем здесь костер. Отлично. Что нам нужно для еще одной фермы? 4 камня. Давайте я сделаю еще одну ферму. Камень у меня вот здесь вот. По-моему, я не успел. Хотя... Нет, не успел. Ладно. Хотя, с другой стороны, у меня есть факел. Это у нас сразу 3-4, циферка 5. Окей, побегу, я поставлю таким эту фермочку. Отлично. Может быть, еще успею посадить драконий фрукт. Сажай, быстрее, быстрее сажай, беги. Убегай, убегай на свет. Отлично. Тихо, тихо. Нет там никого. Хорошо. Так, тут зайцы, тут зайцы. Кстати, вот еще удобрение. Еще на одну ферму не хватит. Может построить еще одну. Как раз следующее. Ага, две травы не хватает. Где у нас тут? Есть тут трава где-то рядышком? Нету. Блин, когда уже это вырастет? Травичка-то, а? Может, ее поудобрять надо? Нет, ее не надо поудобрять. Просто она расти не хочет. Так, да, ты кушать захотел уже, я знаю. Спать, спать, нет, мы спать сейчас не будем. Не до сна сейчас. Давайте заберем, наверное, с котлов это дело в холодильник. Тут оно будет храниться немножко подольше. Окей. Так, это у нас какой же? Третий день зимы? Да, в принципе... неплохо, мы довольно-таки живем. Давайте я разожгу еще чуть сильнее костерчик, чтобы камушек подогреть. Даже выкладывать его сейчас не буду. И как раз вот начинается новый день. И сегодня что мы будем делать? Сегодня, куда мы пойдем? Сегодня зайцев собирать, нет, не хочу. Траву опять идти собирать куда-то. Может быть, сюда пойти поисследовать, что у нас там. Или взять лопату и навыкапывать травы какое-то количество. В принципе, да, как вариант. Дерево выложим. Оно нам не надо. Давайте таки пойдем куда-то вниз туда. Исследовать новую территорию. Посреди зимы. Почему бы нет? Почему бы нет? Шапка у нас еще есть. В принципе, пока что мы живем. Эту траву мы просто так пособираем, а вот там где-нибудь будет ниже, мы ее повыкапываем. Это тоже поставим где-нибудь там совсем пониже. А мы уже совсем пониже и так. Ладно. Навыкапываем себе еще запасов травы, запасов веток, кстати, тоже, почему бы и нет. Это все можно посадить, все это нам только будет плюсом и поможет... выживать в дальнейшем. Так, забираем, забираем, это забираем. А, кстати, я хотел сходить на болот, но для этого надо, чтобы рассудок был более адекватным. Ягодные кустики я давно не собирал и не сажал. Так, собираем, собираем. Цветы, цветы, нет, цветы я пока собирать не буду.
Я не думаю, что они мне нужны. Хотя, с другой стороны, так, еще один червяк возле опять паучин. Вулканов. Да, когда собираешь цветы, растет рассудок. Значит, нужно собирать цветы, все правильно. А там они испортятся или не испортятся, там уже посмотрим. Так, вот могилку я выкопаю. Может быть... Блин, что делает эта щупальца? Вы мне объясните, пожалуйста. Так, что она делает? Что? Бесполезный хлам? Ну ладно. Бесполезный хлам, так бесполезный хлам. Я не против. Бедный пигман, убегай. Убегай. Кстати, можно было взять молоток и поломать его домик, что ли? Так. Еще вот здесь вот пособираем. Полезностей. Вот цветочек там еще. Угу, понятно. У меня закончилось место. Что мне? Ну, цветы опять же выкидывать, да? Блин, жалко, конечно. Ладно. Ветки мне сейчас более важны, более нужны. Камень остыл, да? Камень остыл, да. Сейчас мы тут от холода умрем. Может быть, не умрем, но все же пострадаем. Давайте мы таки погреемся немного здесь. Оставлю камень. А, кстати, топор я сделать не смогу. Ладно, тогда мы камень вставлять не будем. А, или домой возвращаться быстренько. Сейчас нагреем, да? Нагреемся у камушка. О, или сжечь здесь лес. Вместе с пауками. По-моему, хороший вариант. Я не против. Пусть все горит. А я пойду домой тем временем. Как раз успею вернуться. К ужину. Так, пигманы. Нужно ломать все эти дома, наверное, таки, да? Дерево бы еще нарубить не помешало бы. Хотя, в принципе, что, у меня там стак один есть, 20 штук, да, с копейками. Ну, может быть, и хватит этого. Ладно, говорили. А вот травы мы здесь позабираем. У нас еще чуть-чуть времени есть, да, можно таки собрать чуток. Пауканы мне здесь, ну, никак вообще. Нужно, блин, всех искоренять, наверное. Нужно будет, когда потеплеет, когда будет более хорошая погода, заняться искоренением пауканов в округе. С другой стороны, что, это мясо лишнее, да? Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Вот мы и дома. Да, наверное, сейчас мы ляжем поспать. И в следующей серии мы пойдем на болото ломать всякую там ерунду, которая там никому не нужна. Так, посадили, сразу удобряем. Окей. И да, здесь тоже посадим сразу. Еще 10 штук, блин. Но зато, когда взойдут эти ростки все, у нас будет много палок, много ягод. Вообще всего много будет. С другой стороны, можно было этим всем костер разжигать, ну ладно. Так, раз, два, три, четыре, пять. А удобрения у меня только 4. Раз, два, три, четыре, четыре. Отлично, все, разжигаем костер. Потому что, мы не собирались разжигать костер, мы собирались лечь поспать. Я согласен. Поспали, мы даже практически не проголодались, но мы возьмем с собой какое-то количество еды. Одну, два еды возьмем. Стоп, стоп, стоп. Хотя, да, мы лучше бы провели ночь с большей пользой, если бы
Подождали у костра, постояли бы, да. Окей, я выложу пока что камень и пойду опустошу себе инвентарчик. Вот, камень мне не нужен, кремень надо, дерево пусть будет, ветки, палки, все это надо. Мне нужен молоток. Молоток, возьмем молоток и пойдем сейчас крушить, ломать все, что только мы сможем. Так, как ты нагрелся? Хорошо нагрелся. И это нам куда? Вот в этого червя. Аж в этого. Ну окей. Не так уж страшно зимой. Я тут такие походы совершаю. И вроде бы все хорошо пока что. Копья немного есть. Надо будет все-таки мамонта убить следующим летом. Поохотиться на мамонтов. Сейчас я этим заниматься не хочу, конечно. Но вот когда потеплеет... Это да, это можно будет заняться. Так, где? Я сбился с пути немножко, сбился с дороги. Ну, конечно, как не сбиться, когда дороги вообще не видно. Так, так, так. Отлично. Ладно, ребятки, на этом мы, наверное, серию закончим. Мы прожили сколько? 4 дня с прошлой серии, по-моему, если я не ошибаюсь. Все, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и рассказать об этом видео вашим друзьям. Также я всегда рад вашим комментариям и пожеланиям. И если вы впервые на канале, то не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео по не менее интересным играм. И огромное вам спасибо за вашу поддержку.